куда мы сейчас едем? Едем в замок графа Тарновского. Это основатель города Тарновжец. Да, да, да. Вообще, это в прошлых веках было видно так, что направо. И туда надо, а мы сейчас там... в каком городе находимся? Находим в городе, небольшом городе Тарновжик. Это восточный юг Польши, рядом, где 180 километров от города Львов на Украине и 70 километров от города Жешов, на север от города Жешов. Город это был, город основан в конце 16 века. Основателем являлся граф Тарновский. Это был приватный город графа Тарновского. Ой, приехали. Ну, это первая часть, это так называемая Вузовня. Это место, в котором... Куда пойдем? Туда или куда? Не, там пойдем. Ага. В 19 веке просто как бы учились кони ходить за возами, чтобы правильно кони возили. Это место... Лишь только и воз. А что это? Это замок камня. И герб Тарновжика это то же самое. Еще мостик красивый. Ну, это замок... Ну, это резиденция графа Тарновского. Но эта резиденция построена как новый замок в 1927 году после пожара, потому что в 1926 году, точно 24 декабря, старый замок сгорел, и просто из него только осталась там какая-то часть. До 1946 года это была резиденция графа Тарновского, но после, как в Польше начали строить коммунизм, слава богу, не достроили до конца. В 1989 году, как после преображения всего, началась процедура, что граф Тарновский хотел это все принять снова на себя, но просто там за... финансовых поводов он не мог этого сделать, но про это где-то там 2 года назад город Тарновжик получил этот замок в подарки от графа Тарновского, от его наследника, от самого графа. В среде в этом замке находится музей, в котором там очень многих людей, которые там жили, особенно в 16-17 веке в Нидерландах. С чего еще этот замок? Как попали сюда, из Нидерландов? Не-не-не, это просто граф покупывал это все, потому что это был один из самых богатых поляков. У него где-то в начале 20 века... Он поддерживал художников, да, такой? Да-да-да, у него было где-то в районе 200 тысяч гектаров своих земли в начале 20 века, и про это... ну, был один из таких самых больших земских властителей Польши. Ну, самое еще так интересное, это он был основателем нескольких заводов. Кроме них, один таких самый знакомый, это был завод, который вырабатывали водку. И есть Боже такая мой. Водка, которая называется Яжембяк. Надо купить сегодня. Но это выдумали в этом месте, и это как бы основателем водки Яжембяк является граф Тарновский. Надо пить. Ну, честь хорошая его, водка. Его честь, потому водка. Что домик создал красивый, молодец. Красивая. Ну, туда таблица этих, которые погребли, как бы этот пожар, они там 20... Вот эта таблица, да? Да, 20 людей сгорело в этом замке. Как выносили эти все антики, да. Они все сгорели, да? Да. Вот так. Можем зайти еще в другой фразе. Ну, сейчас закрыто, да? Да, сегодня воскресенье. Закрыт. Воскресенье закрыт.
замок закрыт. Да, это часть старых, да, старых частей старого замка. Да. О, здесь красиво, да? Да, внизу. Это часть парка. Ниже, так, ниже этаж. Тут что? Фонтанчик. Ага. Это там за мое лет там зрело воды было. Да. Здесь он туристов много, да, бывает? Да. Ну, есть такой, я не знаю, это кавярня, да. Можно кофе попить. Это место, на которых мы всегда гуляли нас зимой на... Либо на лыжах, либо здесь, да? Да. Там поля, что-то кукуруза растет. Да, кукуруза. Это аграрная школа. Между 1946 и 2010 году в этом замке находилась аграрная школа. Там большой. Вокруг парк со старыми деревами, некоторые из них имеют 600-700 лет. Это задняя герб, часть, видишь, да? Видишь, там а наверху берег. Герб. Ага. А эти герби что, Матвей, что слушай, это? Слушай, да, это все графы. Да, партнерские. Да, партнеры, это герби партнеров. Слышишь, малый, с ними эти, это есть партнерские семьи, это и главного графа. Какого графа? Тарновского. Тарновского. Там есть его главный его герб, а эти ниже на один этаж это их семьи, где они женились, замуж выходили, просто то, что они же между собой всегда женились, да, графские дети. Ну да, да, да. Это видео, да? И фотография. Как вам здесь нравится? Очень нравится. Красиво в Польше? Да. Так, сейчас август, да? Август. 22 года. Карина Клокнер здесь на замку. Снимаем все, красоту. И фоточку, пожалуйста. И здесь наш друг Матвей, который нас провожает в Польше. И сфотографируем. Здесь, но это побольше пройти что-то. Замок. Мы не шутим, это место наших первых, это как мы первые. Кончили школы, это первое, там 15 лет у нас было, это было одно место, где можно было спокойно выпить первое пиво. Да. Да, этот парк, потому что, и как обычно во всех странах этого бывшего союза, вы знаете, милиционеры ходили всегда и всех там гоняли за то, что куда они ходили. Да, красиво тут. Парк такой. Это такой английский парк, это дикий, да. Там не формирован ничем, просто только. А есть дерево. Ой, это какое дерево, да? Миозом. Это дерево. Это... Миозом? Миозом. Mm-hmm. Это называется миозом клюй-клопов на польском языке. Это такое. Но это самый старый миозом в Польше. Но... Потом вам скажу, как она либо на латинском языке называется, но это он, оно вырастает только... Тоже дома. У меня 80-летний тис. У вас это тис, у нас чиз. Называется чиз? Да, чиз. Да, это дерево. Это такой... У нас твердое и у вас мягкое. С ягодами. Да, но это ягоды, это... Лучше не пробовать эти ягоды. Это все было прямо Тарновского. Каштан. Более 100 лет не будем делать.
как смотри на это, как новые, но это не новые, это старые. Это видно, фоса еще по старому замку осталась. Там этот будинок старый, который без ремонта, это служебный был. Это там все послуги, да? Послуги, которые там делали для графа, они там жили, там была тоже кухня этого графа Тарновского. Ну все, посмотрели. Когда ты повесишь? Сегодня могу. Когда интернет будет?